Всем еще раз здрасте. И опять снимаю виды. Виды довольно неплохие. Красивые, разноцветные. Вот. На горизонте мы видим опять тот же самый кораблик. Лайнер, вернее. Вот, чуть дальше там уже видно туристический пиратский корабль. Идет домой под парусами. Вот, и сейчас мы прокрутим это все дело вокруг нас. И что мы тут видим? Видим довольно неплохое место. А находимся мы все на той же Прая де Роша. Интересно, Прая де Роша, которая находится в Португалии, город Портимао, местечко Алгарве. Вот такие вот домики, пожалуйста, если захотите здесь именно остановиться, пожалуйста. Вот тут у них, кажется, ресепшн. Отелю Тиволи. Пожалуйста, обращайтесь, заказывайте и бронируйте билеты. Вернее, бронируйте номера и отдыхайте по полной. Португалия – это солнечная страна, которая ждет вас. Вот и чайка пролетела. Что вам рассказать? Вот здесь вот кто приезжает на своей машине, будь то простая машина или машина-дом, пожалуйста, вот. Здесь платный въезд. Я не знаю, сколько стоит. Наверное, посуточно. Ну, раз столько машин стоит, значит, не сильно так уж и дорого. Хотя, кто решил отдохнуть, я считаю, деньги нельзя экономить. Отдыхать надо по полной программе. Вот, увеличим наш кораблик с другой стороны. Вот такой красивый. На горизонте мы видим горы. Красивые горы. Самая высокая точка горы, вот где-то здесь. Около километра, 900 метров, кажется. Как-нибудь будет у меня время, я съезжу туда, покажу оттуда всю красоту, что можно увидеть со стороны гор. Там на верхушке тоже есть о чем поговорить, что рассказать и поснимать. Ну вот такой небольшой видеообзор яхты, пожалуйста, на любой вкус. Вот наш кораблик уже подает сигнал, что он отходит. Все, вижу движение. Надоело здесь стоять, его ждут дома. Посмотрим на него издалека, а я буду выключаться. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, буду рад вас видеть и общаться. Чао.